40 сороков. В очередной раз уже полюбившаяся москвичам и гостям столицы православная выставка-ярмарка с таким названием проходит в торгово-выставочном комплексе «Сокольники». В этом году кардинально поменялся формат ее проведения. Что именно предлагают организаторы выставки своим посетителям, узнавала Эльвира Гордеева. Разнообразие церковных товаров, православная литература, изделия монастырей и многое другое. Ассортимент вроде бы традиционный, как везде, но здесь почему-то всегда толпится народ. Среди прочих православных выставок, которые проходят в столице, 40 сороков за несколько лет своего существования полюбилась москвичам не только большим ассортиментом представленной продукции, но и какой-то своей особой атмосферой. Для нас главная цель, главная задача, которая стоит перед нами – это создать атмосферу дружелюбного, открытого праздника православного, чтобы каждому человеку приходящему было комфортно, чтобы было интересно, чтобы люди встречались, находили друзей. Сразу у входа в экспозиционный павильон посетители православной ярмарки встречает выставка живописных полотен. Их автор – монументалист, народный художник России, член-корреспондент Российской академии художеств Филипп Москвитин. Созданием церковно-исторических сюжетов он занимается более 20 лет. И мне кажется, искусство, оно прославляющее героев, святых, оно сейчас современно, актуально, и оно нравственное. Сила искусства недооценена, и в настоящее время все больше мы видим, что нуждается в этом человек. На выставке можно не только заказать требы, приобрести необходимые товары для дома и семьи, попробовать монастырскую выпечку и продукты, выращенные с молитвой, но и принять участие в духовно-просветительских и культурных программах, подготовленных организаторами выставки.